Замок и пломба против ножовки по металлу и кусачек. В Люберцах специалисты госжилинспекции совместно с управляющей компанией отправились в рейд. В первую очередь проверяли безопасность чердаков. Легко ли постороннему проникнуть на крышу, узнавали мои коллеги. Даже если сильно захотеть попасть на крышу, в этом доме вряд ли получится. Вход охраняет большой замок. Желающих забраться на крышу ради забавы достаточно. Чтобы таких случаев становилось меньше, специалисты госжилинспекции регулярно проверяют безопасность чердаков и работу сотрудников управляющих компаний. Проверяют закрытие чердаков, а именно наличие замков, пломб, а также маркировки с указанием местонахождения ключей. В случае обнаружения нарушений сотрудник также фиксирует в мобильном приложении, описывает это нарушение и должно быть устранено в течение суток. Подъезд за подъездом, чердак за чердаком. Каждый день специалисты управляющей компании обходят все дома. Даже если замок на месте, не лишним будет проверить его надежность. Не остаются в стороне и жильцы многоэтажек. Они сразу же звонят в ЖЭО и сообщают о том, что на чердак пытаются войти посторонние. В течение года фиксируют 5-7 незаконных проникновений на чердак или технический этаж. Как правило, большая часть на высотные здания старается. Но дело в том, что у нас перед тем, как зайти, у нас есть решетка, а потом еще чердачные замки. И вот люди, молодежь особенно, старается сломать. Вот. Но, как правило, это очень редкость. Все равно, я говорю, если даже вот происходит такое, мы стараемся как можно быстрее принимать решения по этим замкам, решеткам, быстренько восстанавливаем. Чтобы число незаконных проникновений на чердак приблизилось к нулю, в управляющей компании приняли решение все выходы на крыши в многоквартирных домах оборудовать антивандальной системой. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.